вообще не было времени, я не посчитала. Чего мне сказать? Чего ты должны создавать все условия для наших детей, чтобы им было удобно и комфортно для сейчас мы сервируем. Зал. Физкультурный зал. Общественная палата нас представит окончательный список садов, которые мы делаем, и какие работы. Но вот там мое личное мнение, я не знаю, поддержите или нет, я бы кроме канализации, мне кажется, здесь надо окна поменять. На первом этаже очень острый вопрос. Согласны, да? Мне кажется, это надо сделать обязательно. Все-таки это тепло, детей. И там, знаете, двери там в двух местах. Я посмотрел спортзал. Это четыре двери, да. И вот где эта спальня была, да, вот где мы сейчас были, на втором этаже. Совсем худые двери. Давайте вот с этих работ начнем. Ну, канализация на самом главное. Канализация окна, да? Да, конечно, это вопросы безопасности. Мы выросли в другом времени, с другими. Это правда, сейчас уже все. Да, поэтому все-таки технологии идут вперед, и хотелось бы, чтобы дети тоже наши шли вперед. Согласен. Ну, давайте начнем с самых таких важных, потому что реально в плохом состоянии. Прям плохо. За вопросом безопасности. Поэтому давайте еще раз говорю, предлагаю поддержать. Начнем совсем с базовых вещей. Я думаю, что мы эту программу на следующий год постараемся продлить, потому что проблема оказалась очень глубокой во всех садах, особенно в этих советских садах, которые еще и не очень в большинстве случаев корректно эксплуатировались последние несколько десятков лет, поэтому многие пришли в такое неплачевное состояние, поэтому сейчас поправим такие аварийные вопросы, в вашем случае канализация, замена окон, двери, где я сказал. Но не будем на этом останавливаться, потом пойдем дальше. Потому что, ну, вообще сад такой. Ну, проблемы есть, конечно, да. Есть базовых вопросов по праву, действительно. Есть деньги, есть программа, там есть школки, не попали. А по поводу кадров в школе? Самое сложное. Народ сейчас не стремится в учителя вообще. Ну, может быть, как-то вот хотя бы стимулировать. Стимулируем, вот, и всякие программы есть. Такой вопрос. Много от местной власти зависит, чтобы человеку было интересно здесь жить. Это понятно.